еще одна песня о любви. Причем мы ее сочиняли и втайне надеялись, что она понравится женщинам. Она, наверное, понравилась женщинам? Может быть, она и понравилась. Но они промолчали. Но еще больше она понравилась мужчинам. В возрасте примерно после 40. Но они это тоже никак сначала не проявляли, а как подходили потом, ну, друзья, которые... Сжали руку и говорили, точно, попали. Так и есть. Так оно и есть. Такова она, любовь. Хотя мы им заранее не говорили, что песня про любовь. Они догадались. Мужчины после 40 чрезвычайно догадливы. Скажите откровенно, и вы решите 100 моих проблем. Скажите 7, и я проснусь мгновенно. Скажите 2, и я пойду поем. Ах, какая благодать, самому часов не наблюдать. Пусть даже с риском исхудать. Час, ответьте, не скрывая, и если вдруг любви пришла пора, я все одежды тут же посрываю и буду ваш до самого утра. А какая благодать, самому часов не наблюдать, пусть даже с риском опоздать. Час, скорее мне сообщите, я на защиту стану как один. И может быть погибну при защите, ведь час последний неисповедим. Ах, какая благодать, самому часов не наблюдать, пусть даже с риском пострадать. Право слово, ведь ради вас и только ради вас я тут столом стою на все готовы. Вы намекните, лишь который час. Ах, какая благодать, самому часов не наблюдать, пусть даже с риском зарыдать.